О, хорошо показывает. Все. Размялись. Молодцы. Встали. Значит так. Еще раз. Исходное положение. Это мы стоим вот так. Дальше. Сейчас будет страховка назад. Где моя Руслана? Русланочка, покажи. Медленно. Видите, да? Пошли. Оп. И встали. Приготовились, делаем. Раз. Уну. Два. Три. Хорошо. А теперь страховка. Только одной рукой. Или правой, или левой. Четыре. Одной рукой. Одной. Уну. Меда. Другой рукой. Пять. Хорошо. Стоп, стоп. А теперь вообще не страхуемся руками. Просто. И встать. Это называется перекат. Перекат. Хорошо, чтобы вам такое еще призвать. А ну попрыгали. Страховка. Хорошо. Так. А теперь прыгаем. На левой ноге. Да. Печарой на и. Печарой. Ярко. Хорошо. А теперь прыгаем. А с другой ноги. На другой ножке. Делаем. А теперь усложним вам. Вот и сделайте. Значит, все. Вы прыгаете. А ну-ка. Оп! И страховка. Хорошо. Единственное, что головой не касаемся. А то вы представляете здесь асфальт. Да? Хорошо. Сейчас я покажу, вы не сможете сделать. Это посмотрим. Что я делаю? Я говорю, ногу убираю. И прямо вот вниз делаю, сажусь. Делаю где-то. Раз. Я держу. Раз, оп. Делаю страховку. Оп, попробуй. Еще раз показываю. Еще раз. Да, оно немножко непонятно. Еще раз. Если вы стоите вот так ножкой, все, это уже не получится. Ножки шире, присесть. Ногу убираю сюда и руку сюда. Раз. И уйдем. Сюда. И сажусь, 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 сажусь. Вот перекатывай такой. Можете. А ну-ка. Головой касаешься. Еще раз показываю. Посмотрите. Вперед сейчас. А в сторону. Да, вот. Хорошо. Ну, ноги. Да, получилось. Да. Хорошо. Когда у нас Руслан подойдет ко мне? Так, кругом. Ага. Стоп, есть такое слово дзюдо. Хансоку матер. То есть вы должны выучить японский язык. Сели. А что за сепон сели? Значит, вы должны выучить японский язык. Вы же борьбой занимаетесь дзюдо. Вот, я знаю 20 слов. Не, ну, вы должны знать, как же мы, мате, как удержание, сайкоми, ушел, такеда. Ну, борцовские приемы. Вот, Руслану мы сразу снимаем соревнования. Сразу, вот она вышла бороться в соревнованиях, ее судья сразу снимает. Объясню. Когда... У нас два кимоно, белое и синее кимоно. Мы вышли бороться. Судья сразу смотрит. Ага, Сергей Анатольевич. Как? Есть какие-то железяки, деревяшки и что-нибудь там, пластмасса? Смотрит. Ага, здесь нет ничего. Сережек нет. Цепочки нет. Да, у нас есть щитки. Вот щитки должны быть не как у футболистов, пластмассовые. А у нас они какие-то резиновые такие. То есть они не пластмасс, не металл. Не дерево. Такие должны быть. То есть из мягкого. Дальше. Становись сюда. Я приехал на соревнования. Мне девочки выступали, и мальчики выступали там. Вот. И в Хмельницком там. И вызвали одну девочку. Она вышла бороться. Начала бороться, у них отсюда телефон упал. Остановил судья схватку, дал ей телефон. Концовку мать, дисквалификацию. То есть она вышла, у нее есть металлические предметы. И она ушла. Все, схватка закончилась. Какой у тебя металлический предмет? Вот. Дальше.
человека было. Ее опять вызвали. Она выходит. Хаджима. Он посмотрел, все вроде нормально. Хаджима. Она начинает бороться. Вдруг он останавливает, подходит. А у нее здесь наушники. Она слушала музыку. Телефон вытащила, наушники остались. Он ее опять, концовку умахивает. Она опять ушла, то есть опять дисквалификация. Потом она вышла, третий раз стала бороться. Судья, кстати, вот это, Диана Анатольевна, то же самое. Международный турнир, здесь она занималась, у нее первый тренер Светлана Недоступ, 5-6 лет занималась, а потом 6 лет у меня. И получилось, приехали на международный турнир в Киеве, это 18 стран. Она, я говорю, Диана, все нормально, все у меня хорошо, вышли из себя, я тебя задушу, столько денег истратили, тебя сняли. Что? Да, видите, вот резиночка, а вот металлическая часть, ее сразу, что сделали? Сняли. Чтобы вы знали, когда вы будете выходить бороться, вас, поэтому я и приучаю вас, чтобы у вас старалось, чтобы сережек не было, колец не было, чтобы здесь вот, например, за что ее сняли, у меня была резиночка, и там была такая пластмассовая штучка маленькая. И вот он ее успел заметить, он у меня двоих снял на такие вещи. Я уже все прочитал. Даже когда вы одеваете под кимоно, под маечку свои эти топики, все, вот здесь вот пластмассовые штучки, за это снимают. То есть это все приносит травмы. Все приносит травмы, поэтому ради того, чтобы было здоровье. Вот, например, крестик, например, да? Вот ты борешься, зацепили, как рвануло, и она же там ниточка очень жесткая. Можно повредить. Поэтому такие правила. Так, а вот сейчас, смотрите, все, я эту концовку маты сделал, стоп, да. Значит, смотри, ты можешь сделать такого? Сделай такого. Так, да, хорошо, так. А теперь вот на бочок, то есть ножку убираешь, раз. Ножку убираешь. О, отлично, сюда. Так, давай эту руку. А теперь ты эту руку сделаешь, страховку. И делай страховку. Сюда вот, шаг и страховку. Еще раз. То есть я ее держу. Ухожу. Раз, она поворачивает, страховку и держу ее. Еще раз. Вы возьмете правой или левой. Ух. Да? И в эту сторону. Раз, раз, раз. Она разворачивается и страховка. Хорошо. Встали. Так. Мальчики. Вы вдвоем, вы вдвоем. Все, пошли. Смотрите, я взял за руку здесь или здесь. Есть страховку. Один раз. Руслан, один раз я. Один раз Руслан, один раз я. Встали. Забирай. Знаешь, что сейчас тебе скажу? Вот ее возьми. Да, вот ее возьми. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. С Аделиной? Давай бегом. Пожалуйста, пошли в церковку. И садись. Стоп, внимание сюда, чтобы вам точно было известно. Жасмина, Жасмина, это же жена Шора. Она нам купит кимоно, она нас приведет на соревнования. Иди сюда. Значит, дай мне ручку. Отсюда поворачиваешься, садишься и страховочку. Оп, молодец. Встаешь, я другой рукой. Стоп, девочки, другой рукой она делает. А потом вы меняетесь. Сын, гадряк, пиши, баскетбас. Пошли. Давай, сука. Ой, подними. Я уже как дружку свою забыл, как зовут. Раз,
Дзюдо.
немножко по-другому. Итак, правильные захваты борьбы дзюдо. Любой рукой. Отворот. Рука и кимоно. Отворот. Возьми. Руку сними. Здесь и здесь. Я должен взять ответный захват. Точно такой же. Вот эта рука держу здесь. Эту руку я беру здесь. Эту руку я беру здесь. Видите? А поменяй захват. Видел, поменял. И я меняю. Это во время отработки. Чтобы рука, чтобы ему было удобно. Если вдруг он берет за руки, за две руки, я беру за отворот или беру здесь. Сейчас у вас будет очень простой захват, классический захват ручки. Я беру локоть и беру отсюда. И чуть-чуть, смотрите, нога у меня чуть впереди. И у тебя. Вот так, развернись. Вот так. Все, вот этот захват вы должны взять. Я говорю, захват, приза, вы раз берете захват. Я говорю, мате, вы отходите. Стоп. Приза. Раз, оп, взяли захват. Еще раз. Взяли захват. И отошли. Приготовились. Стали по парам, как были. Так, взяли захват. Вот. Так, а ноги как? Одна нога впереди. Thank you.
сейчас одному будете ко мне подходить. После этого вы уходите. Я скажу, кто к тренеру, кто к Руслане, кто к даму. Дам, ты делаешь заднюю подножку одному, второму, третьему, так, чтобы Руслан тебе тоже, вы тоже сделали, придержите, чтобы парковочка была. И если там будет два человека или три, значит они по очереди будут подходить, ты берешь за класс и делаешь заднюю подножку. Только смотри, не упади раньше них. Так, Андрей, ко мне. Ножку, ножку, вперед. Я делаю бросок. И раз, садишься. И такой, по улице. Сюда, идешь сюда. Все. Так, ко мне. Ко мне. Так, Олеся. Стоп, не коллега, присядь туда. Так, сейчас, одну секундочку. Присядь, пожалуйста, сюда. Чуть-чуть, да, назад. Я просто... так, посмотрите внимательно. Вы когда заходите, когда, да, я часто останавливаюсь, вы потом научитесь, я не буду останавливать. Что отсюда, что отсюда. Вот здесь борется, например, да, вот старшая группа борется, а вы идете через... Это сложно, нельзя. Зло это красота. Вы видите, когда драйвишься. Все, нужно обойти. Обойти и пройти к тренеру, еще что-нибудь. Так, чтобы далеко не ходить, прошу ко мне. Так, вот сюда. Поклонилась и пришла. Ручки, захват. Захват, бери захват. Ножку вперед. Здесь, держи локоть. Ножку вперед. Вот так, хорошо. И садишься. И каковку. Хорошо, встала. Сюда, выше. Иди сюда. Нет, слушай, подожди, сейчас я здесь дам. Да, дам. Там вышла? Нет. Держи захват. Ножку вперед. Ножку держи захват. Держи. Вот эту ручку нельзя отпускать. Это страховка. И раз, и вниз, и вниз. Вот. О, вот так. Сюда. Пожалуйста.